здрасте. Друган опять меня вызвонил, говорит, надо ехать. Вот мы едем. Мы уже заблудились два раза. Сейчас приедем. Уже заблудились два раза и не знаем, где это место. Но мы куда-то едем. Едем куда-то туда. Трю. Заехали в какой-то лог. И здесь холоднее, чем в городе. Ага. Вон где люди живут. Куда только не заносит их нелегкое. Да, но внедорожники-то мы сюда заехали. Но у нас просто легковой автомобиль. Редуктор есть на задние колеса, но он почему-то изломанатый. Некогда валану направить его. Руки не доходят. Или ноги. Прогулочка у нас. Мы идем. Идем. Я вам покажу, куда мы идем. Это мы прокатались. Минут 30, наверное, проездили. Искали этот поворот. А может, больше. Сейчас он покажет, что он хотел мне показать. Если их найдет. По-моему, он заблудился. Чего у вас здесь хоть нет? Ладно, ребята, я пока отключаюсь. Друзья, он меня куда-то завел. Я не знаю куда. Здесь вот так. Молодые сосенки растут. А тут березяки одни. Вот тут кто-то уже пёрся. Тут целая тропа. А? Чё, нашёл? А? Он сам не помнит. Он думал, это будет быстро. Сейчас, говорит, приедем, я тебе показываю, мы быстро делаем дела и уезжаем. Но наша быстро затянулась уже, не знаю насколько, осталось 3 урока. Пение, рисование и труд. Ладно, потом включусь. Вот где лобозняка-то навалом. Вот он, лобозняк весь. Он уже высох. К сосенкам пришли. Какая рябинка ядрененькая. Калинка. Я говорю, рябинка. Ну-ка попробуем. Она горькая. А вот яблочки. Сейчас яблочку тоже попробую. Тут коровы ходят. Или медведь насрал. Вот что-то я копыт не вижу. Ребята. Корове тут делать нечего. Сейчас даже... Теперь какая корова на даче на 6 соток? Вы что, сразу тюрьма иркутская, что ли, штраф? Курей запретили. Так, где у нас опята?
нету опята. Ой, ё-моё, какая хорошая трещина в дереве. Это березяка такая, березка. Так. Вот я не пойму. Вот след вроде чей-то. Похоже, вот две этих тычки. Лосенок, что ли, тут бегал? Да ладно. Пойдем дальше. Капище. Кап. Он маленький кап. Он еще кап. Чаги бы где-нибудь срубить. Ну-ка, вот здесь посмотрим. Опять посмотрим. Наша задача ни то, ни другое. Ну и тут их не видать. Все, я его вижу. О, черемуха. Мелкая. Но должна быть вкусная. Я же говорю, овчинка выделки не стоит. Понял? У меня на канале уже есть вот такая бякушка. Я ее выкопал. И к ней еще пол тележки всякого железа. Я всего сдал 100 с чем-то килограмм. Она не может 50 килограмм вешать. Ну ладно, погнали. Будем делать сейчас что-то с ней. Посмотри. Прикатили мы с Вованом. Смотрите, он там сзади меня что красиво все, да? А знаете, куда он меня привел? Сейчас покажу. Вот. Он тут железяку нашел, и ее надо ему кровь из носу порезать. Сейчас мы этим и займемся. Понеслась. Не хочет пилить он, но он не пилить не будет, потому что аккумулятор на батарею не поставили. Это ж надо вот так вот делать. Во. Вот теперь она может и запилить. Погнали? Погнали. Нажимаете, сразу выключается. Защита срабатывает, все хорошо. Попер. Попер он ее. И мне предлагает. Себе маленькую взял, меня большую оставил. Я говорю, я не унесу. А он мне говорит, шахтеры же таскают. Вот такая. 1,60 м длины. Попробую сейчас загрузить на горб и попру. А там отпилить, чтобы по два раза не ходить. Ну, примерно как-то так. Ну, а мы, как всегда, продолжаем. Вовочка от меня опять сбежал. Приходится мне тут опять одному упираться. Сейчас вот эту бякушку буду добывать. Вот под этого прекрасного, хорошего, большого клёна. Не клёна, клёна гоню уже. Тополя, конечно же, тополя. Ну чё, попёрли. Включаюсь и начинаю. Вот такая небольшая победа. Вот такой швеллерок. 5 минут делов. Идем дальше. Мы рыли, рыли, рыли. И выкопали вот с этой луночки. Вот и такую ляпочонку. О, какая она. Она тут загнутая. Была. Ну, это точно древняя.
уголь кидать такой. Наверное, хорошо было. В маленькую топку. Ладно, дальше смотрим. Вот такую ямину выдолбил. Угорел весь. А выкопал. Вот что. Что такое? Петля, что ли, какая-то? Точно. Вот такая запчастюлина. Это после лопаты. Сначала лопата, потом вот эта бяка запикала. Долбил, долбил, а она оказалась вообще сбоку. Ну ладно, и так бывает. Я ее сдавать не буду. Она пригодится мне. Я даже знаю, для чего уже. Роем дальше. Все, шурф запечатан. Можно идти дальше. Все, оставили как и было. Пришел я вот к такому вот объекту. А у меня есть болгарка. Он находится на речке. Я уже приступил. Там отпилил. Тут надпилил. И у меня кончился диск. Короче, я им не могу подлезть. Сейчас меняю диск и продолжаю. Ну вот она, надпилилась вся. Будет ломаться, не будет. Ну-ка. Куда она денется? Все. Победили. Ух, хороший пластик. Будем дальше смотреть, что здесь можно сделать. Она вся такая. Но это я, конечно, не возьму. У меня духу не хватит здесь. Ну, я попробую что-нибудь. Я уже видел, что такие где стоят разобранные. Уголки сняты с них. Не знаю, как они делали. Скорее всего, вот так вот. Вот обрезать надо. И все. И вот обрезать надо. И тут обрезать надо. Ну, посмотрю, если у меня дисков хватит, поди и повыпендриваюсь. А поди и не буду. Как настроение будет? Тут еще одна. О, собака красивая. Удрала. Тут еще вот одна бабалаха есть. Ну, тут вообще вон какой узор красивый. Материал восьмерка. А здесь вон какая. Здесь уже срубили. Это с крана груз, чтобы его не перевернуло. Ладно, пойдем к своему изделию, которое сломали чуть-чуть. Собака дерева. Ты чей будешь такой? А? Фу, ёкали мне. Ну-ка иди меня сюда. Иди мне, красивая собака. Ты собака косявая. Не искрись меня. Иди меня. Иди сюда. Куда пусть? Иди сюда, поздороваемся. А. Иди скорее. Айда, 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 не бойся. Пока они там шашлыки жарят, кто там жарит, с хозяева твои. Иди сюда. Иди ко мне. Не подходит. Ну иди ко мне сюда, а? Клякса. Клякса. Я бы ее назвал Клякса. Все. Не подходишь? Тебя так научили, да? Ладно, иди гуляй. Thank you.
вот, ребята, итого 78 килограмм. Я сегодня насобирал. Вот он. Вот тачка пустая. Вот где не ждал грибов. Они там показались. Вот они. Пожалуйста. Свежак. Только что на пню выросли. Вот они. Это опята, ребята. Смотрите, сколько их тут. Фу-у-у-у. Вот это батарея. А тут. А там. Вот они все. О, кучка какая. Фу-у-у. Вон еще. Ну и что? Вы думаете, брать мне их? Я думаю, да. Вот они какие красивые. Тут вообще малоредки лезут. Все. Вот отсюда еще зайти посмотреть. Как на них вот так вот. О, хороший пенек вообще. Ну все. Собираем. Собираем, конечно. Вот еще пенечек. Смотрите, какой ядрененький. Прям четкий, да? Мне он тоже нравится. И тут. Вот они, вот они, вот они. А вон туда. Ой. А сюда взор бросить свой. Подойти к ним. Давайте подойдем. Ну вот они. Вот такие вот. Весь пень. Весь пень. Просто весь. Вот он. А тут вместе с этими. Пух. А вон там еще есть. А вон еще есть. Ну все, ребята, демократы. Лучше гриб, чем чай. Опята я варю маленько. Вот такая пенка появилась. Сейчас я буду убирать. И все, сейчас 5 минут покипит. Ну, 3 от силы. И буду их солить. Ну вот и все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть маленьких баночек. Опять на зиму. Мне хватит вполне. Были опята. И все. Росли и больше не растут. Теперь мы их будем ням-ням-ням-ням-ням-ням. Всем пока. И здоровья всем.